I'm going to do this. Я буду выступать на английском. Sorry. Я прошу прощения. I can stop occasionally and translate. Я могу периодически останавливаться и переводить какие-то моменты, но мой русский практически это язык 12-летнего ребенка. So I'm going to. И поэтому я. Okay. На английском языке. Я просто хочу показать, I just want что to show you that I have a laboratory, a collab, в смысле у нас collaboration, и это члены, these are members of это члены моей исследовательской группы, мы проводим целый ряд интересных проектов в Майами. Have done work in the past, and I'm going to tell you about one current project as an example of what we're studying. Okay, now if we can go back, если мы можем вернуться к следующему. Migration today, as you know, is unprecedented in scope. Today there are over 240 million people who are migrants, who are living outside of the country of their birth. The country with the largest number of immigrants in the world is the United States. About 20% of the world's immigrants live in the United States. The second largest, there's a competition most years between Germany and the Russian Federation. And I don't know if that's a well-known fact, maybe to those of you who live here it is, but I know that здесь, in the rest of the world, точно, people don't think of Russia as a destination люди не думают country. О России как о месте, куда едут иммигранты, но она такими именно является. Я знаю, что это очень важная проблема для вас, для вашей страны. So, on average, migrants в среднем мигранты достаточно молодые, это молодые люди, many of them are и многие из них это, по большому счету, дети, которые приезжают со своими родителями, но включая ту группу, о которой мы думаем как о иммигрантах, это также дети иммигрантов, поскольку они также они их воспитывают в семьях иммигрантов, и они, соответственно, воспитываются и развиваются в окружающих культурах, когда они идут в школу. Это еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, и пример, предыдущая презентация — это хороший пример тому, коммуна иммигрантов, она транснациональная, поскольку есть много языков, которые они говорят, эти люди, и они постоянно переезжают из одной страны в другую. То есть это было очень релевантно для американцев, когда люди проплыли очень много месяцев, они снова были новые поселения и никогда не возвращались домой. А сегодня мигранты постоянно перемещаются, и физически они постоянно находятся на связи с помощью электронных устройств. Это очень важный момент, чтобы понимать этот транснационализм в настоящем времени. Я об этом буду говорить позднее сегодня. Сообщество мигрантов. Again, because of electronics and то есть so forth, они все people связи, who live in a particular связи, city, they don't necessarily live in the same exact neighborhood, but they're still connected, and there's an integrity to that community that surrounds them. В это окружает, so, окружает. In the U.S., this is kind of the message that we're taught. Которую нам преподают идея Америки как некое пристанище людей, которые ищут там лучшей жизни. И это действительно так. Америка дает кров многим людям, которые оказываются в очень тяжелой ситуации. Но также я хочу поделиться с вами реальной ситуацией, ситуацией, которую испытывают иммигранты не только в Америке, но и во всем мире, поскольку для большинства случаев люди мигрируют из стран, которые более It's an old Italian proverb that I saw at Ellis Island in New York near the Statue of Liberty, and it says, "I came to America because I heard that the streets were paved with gold."
улицы вымощены золотом. Но когда я приехал туда, я обнаружил три вещи. Первое, улицы не были вымощены золотом. Второе, они вообще не были вымощены. И третье, и, в общем-то, все, я должна была их вымостить. Это, в общем-то, реальность для большинства мигрантов, которые туда приезжают. Это определяет контекст, в которых живут семьи и воспитываются дети этих семей. Я буду охватывать 6 основных моментов в сегодняшнем моем выступлении. Некоторые концептуальные вещи о том, как мы воспринимаем иммиграцию, и о контексте, в котором существуют и живут эти иммигранты, кто они, какую культуру и группу они представляют, какие сложности они должны решать, адаптация в школе, какие основные подходы существуют, которые помогают им решать их проблемы. Я приведу вам пример нашего текущего проекта в Майами для студентов-иностранцев. We are very fond in child development and community psychology and education of this model. Теми программами, которые реализуются у нас, детей, психологической поддержки и российскими психологами, которые живут в США, они разрабатывали эту программу, которая прямо косвенно влияет на детей. И человек сказал, что он был вдохновлен идеей матрешки. Не знаю, откуда это, например, здесь, но иногда этот образ используется для того, чтобы описывать идею того, что отдельный человек находится в центре нескольких систем одновременно. Чтобы понять ребенка или человека, не так важно понимать, важно понимать, конечно, генетические происхождения, но также очень важно понимать различные контексты, в котором существует этот индивидуум. То есть различные контексты школы, семьи, более отдаленный контекст политики, которая реализуется в том или ином обществе, и макро система, которая определяется культурой общей. И есть определенный очень интересный момент, который так называемый мезосистема. Это взаимоотношения между микросистемами. Я приведу вам пример. Конкретный ребенок функционирует в различных микросистемах, дом и школа, и мезосистема включает связи между родителями и школой, даже когда ребенок не находится в школе. Это определенный формат влияния, который очень важно понимать, чтобы понять ребенка и его действия. Я приведу несколько примеров, один из них, чтобы показать участие вовлеченных родителей. Часть этого контекста, который достаточно релевантен и актуален для иммигрантов, это контекст, в котором они рассматриваются как некие индивидуумы, у которых чего-то не хватает. Не такие же хорошие, как то есть модель дефицита, которую мы используем в США. Это те люди, которые живут по сравнению с теми, которые родились в этой стране. Есть хороший пример, который это иллюстрирует. Была очень большая масштабное исследование в области образования. Они изучали, проследили судьбу студентов от детства до взрослой жизни. И они могли пытались предсказать их анализировать их академическую успеваемость. Они также могли посмотреть на группу иммигрантов, начальных людей, которые были из китайской семьи, и которые не так хорошо успевали. И заключение, когда они пришли, то, что родители иммигрантов из Китая должны они более участвовать в жизни, школьной жизни своих детей. И это случаи, когда они уже добиваются таких же результатов, как и другие студенты, учащиеся других преподавателей. Это, в общем-то, дефицит восприятия. То есть группа, которая успевает, и идея стоит в том, что так или иначе их родители не такие же хорошие, что они достаточно адекватны, и иногда даже лучших показателей демонстрируют, чем те, которые родились в США. Это работа, которую мы выполнили недавно, статья, которую мы написали по феномену. То есть система, согласно которой происходит нарушение этого культурного кода, они были они также участвуют в различных конференциях и переводятся, поскольку не хватает переводчиков, иногда мы просим переводить в медицинских исследованиях, это не всегда приемлемо. Есть литературные источники, это пример того, что литературные источники говорят, что есть определенные преимущества
этого, вот это вот слияние столкновения культур. Это модель, которую показывала ранее, состоит в том, что which means that there's no correct way to be. There's no best way to be. Just as evolution did not lead us to a perfect condition, we are adapted to our environment. And this creates a terrible dilemma in this work, because there's no correct way to structure things, then how do we know what to do and how to proceed? It's kind of unnerving. И это достаточно обескураживает. Я думаю, so это именно так все. Where research shows that on one hand, culture brokering leads to negative outcomes for children, and on the other hand, there's some research that also suggests that children who culture broker and language broker, которые вынуждены существовать, имеют объединение двух культур, их билингвизм и двуязычие лучше, и они всегда академически в плане учебы они лучше успевают. Мы рассмотрели пример, очень большой объемный пример русскоговорящих иммигрантов в США. And we wanted to find out whether culture brokering was related to these outcomes. Как адаптация в новую культуру, каким результатом она приводит? И модель, которую мы обнаружили, чем больше ребенок участвует в погружении в эту культуру, тем больше у них разногласий в семье и в социуме, и тем больше эмоциональная нагрузка испытывает ребенок. Несмотря на то, что они полагаем, что мы рассматриваем социальную экологию, мы смотрим еще глубже и дальше, на самых разных уровнях. Мы также посмотрели на такие вещи, как parents' social status in terms of their own education and level. We looked at their language ability, and we also looked at community factors. Фактор общества, в котором они живут. То есть в том ключе, что мы чтобы определить социальное происхождение, то есть тех людей, которых окружают, и пытались понять ту среду, в которой они живут и учатся. С точки зрения социального здоровья, я знаю, что это мы сможем передать это правильно. Но есть определенный код, культурный код, который больше относится с вашим социальным здоровьем, нежели с вашей генетической предрасположенностью к определенным поведенческим архетипам. Когда вы живете в определенных условиях, у вас больше связано с вашим здоровьем, чем то, что, с чем вы родились, с каким-то генетическим набором. Were they high-status neighborhoods? Were they high-poverty neighborhoods? A lot of immigrants in these neighborhoods. And what we found was that the neighborhood that they lived in was related to their social status and the type of job that they had. As we expected, the less English the parents spoke, the more the children brokered. Больше они выступали посредниками, и в зависимости от того, какая работа у них была, тем опять-таки больше они выступали посредниками. Она, в общем-то, служила некой буферной зоной для того, чтобы устранять какие-то несогласия, тем не менее, привели к определенным эмоциональным нагрузкам. Это не только посредничество, это посредничество, которое происходит в контексте других негативных явлений, которые происходят и которые имеют негативные последствия. И в качестве примера приведу подумать о контексте, когда мы думаем о ребенке и том, что он делает. Другая концептуальная принцип, который связан с принципами и идеями теории о культуре, адаптации новой культуры, когда я хочу поговорить не только об ассимиляции и сохранении своей собственной культуры. Все больше мы думаем о транснационализме. Это довольно новый подход, который ориентирован на социологию, потому что я, по большому счету, психолог, для меня это новое явление. И я думаю, эта идея
тем, что мы живем в глобальном мире. И что происходит с определенным отдельным человеком, влияет на, определяется большим количеством факторов. Когда один человек получает, когда иммигрант получает работу, это не потому, что у него хорошие навыки, но глобальный рынок труда, он испытывает на себя влияние этой ситуации с миграцией. И подобный транснациональный подход к этому восприятию этой ситуации, он помогает нам понять, что это не только культура А и культура Б. Это мы говорим о восприятии совместном, едином восприятии культуры А и Б. Идея в том, что мы живем очень, пытаемся интегрировать в социуме, где множество культур, три языка, как минимум, и то, как мы думаем об подготовке, обучении студентов, которые приходят из семьи иммигрантов, как они адаптируются, и это одна культура, и другая культура, и как мы взаимодействуем с этими двумя. So these are the conceptual issues. Это, в общем-то, концептуальные вопросы. So what social, political, economic, такие, какие социальные, политические, экономические и образовательные контексты они испытывают на себе? В школах они довольно часто имеют различные этническое происхождение, и это, видимо, их можно выделить, то, что, по сути, ведет к определенным дискриминационным ситуациям. И очень важный фактор, который уже все говорили, каждая презентация так или иначе затрагивала глобализацию, стандартизацию, ответственность, и эти очень важные факторы, поскольку они влияют на, то, как мы преподаем тем студентам, которые приходят из разных стран. Сейчас учителя ответственны за успеваемость своих учеников, но и также, как и школы. То, как чего добиваются учащиеся. И иммигранты, как правило, дети иммигранты не всегда хорошо знают эти тесты. Особенно это касается языка, языковой подготовки. Есть определенное отношение к этим иммигрантам, которое отличается негативной окраской. И есть определенные последствия для преподавателей и, соответственно, последствия для их зарплаты, которые они получают, и для их ресурсов, которые имеют, и которые финансовые поступлений, которые назначаются в школе. Это ведет к определенному отношению, которое характеризует дефицит определенного отношения и участия в субъекте ребенка. Еще несколько слов о детях иммигрантов. У нас есть младшие дети, так же, как и те, которые рождаются, которые родились в семье иммигрантов, которые переехали. И они сталкиваются с определенными проблемами, то есть одинаковые проблемы. То есть те студенты, которые на более поздней стадии. Они, тем не менее, сталкиваются с аналогичными проблемами. У нас есть ученики, которые грамотные, они находятся в стране с точки зрения их уровня образованности, у них достаточно хорошая грамотность, высокая грамотность, и показатели иногда даже лучше тех, кто чем у тех детей из той страны, которой они приехали. Но есть учащиеся, которые у которых был прерыв в обучении. Возможно, из-за войны наступил этот прерыв, или, возможно, они приехали из страны, где они не дошли до определенного уровня образования. И само собой разумеется, что учащиеся, которые они испытывают определенные сложности при адаптации в этой системе. Еще один пример, который я бы хотела вам привести, я не думаю, это исследование об академическом вовлечении вновь прибывших из Сомали студентов, и они прибыли, приехали в раннем возрасте, но у них не было прерванного образования или обучения, у них вообще никакого обучения не было, они не умели даже писать. Для этих детей переход в школу значит не только изучить язык, английский язык,
язык, но обучиться основным навыкам. И когда они, нет необходимости говорить, что родители им в этом помочь не могут, потому что они сами безграмотные. Но дети научились писать, читать. И в Чикаго они еще учат испанский язык помимо английского, потому что в Чикаго говорят им еще и на испанском. Задачи и опыт в школе. Это грамотность, которая зависит от возраста, в котором дети начинают учиться. Академическая среда — это переход и разрыв в знаниях, недостатки в знаниях. Это поведение, вопросы поведения. Иногда они учатся тому, как себя вести, нормам и правилам поведения, которые могут быть очень разными по сравнению с их представлениями. В Америке, в средней школе, кажется, нет правил вообще, когда дети ведут себя очень независимо, а для иммигрантов очень трудно приспособиться. И когда они видят такой подход, им кажется, что они могут делать все, что угодно. Но на самом деле существуют определенные правила поведения, которые явно не выражены, но им нужно подчиняться. И важно чувствовать себя частью сообщества в школе, и часто иммигранты, дети не чувствуют себя частью общества, но когда у них появляются друзья из тех же самых этнических групп, они себя чувствуют гораздо комфортнее, и я не упоминала о концептуальных рамках и идеи сведения и связи между организацией определенных связей и установление каких-то контактов, и это также определение вашего социального статуса внутри общества. Взаимоотношения учителей, задачи в образовании, в учебе, и мы работаем с учащимися начальной школы, но когда приезжают уже достаточно взрослые школьники, они принимают решение, им приходится принимать решение, чему обучаться, и они должны оценивать себя, как они сумеют приспособиться и приспособить свои знания в местном контексте. Я также хотела упомянуть, что очень сложно учить таких учеников. И это еще одна статья, которая недавно была опубликована, которая называется «Дети прекрасные». Это просто сложная работа учить их и роль учителя в местном контексте. И мы пришли к тому, что учителя защищают детей иммигрантов, и они их любят, они очень хорошо относятся к новым студентам из других стран. И это параллельный процесс, который происходит в школе, в то время, когда к детям плохо относятся, то и к учителям начинают плохо относиться. И в школе, в которой я работала, я помню, был список учителей в разных предметах. И этот список включал преподавателей английского языка. Они преподавали где-то чуть ли не в кафетерии, и они себя чувствовали на периферии, оторванными от всех остальных учителей. Но эта работа требует большого напряжения, и способность просто говорить на языке, и разница между теми, кто хоть как-то может говорить на языке, различия очень большие.
и без каких-то определенных инструментов здесь не обойтись. И это касается учеников, у которых нет никаких академических навыков, у которых не было непрерывного образования. Говоря о подходах в работе с детьми-мигрантами, опять-таки мы должны думать широко о политике, как ученик адаптируется в школе, как относится к ним учитель, и отношение учителя к детям определяется тем, из какой культуры приходит к ним ученик, являются ли его родители образованными. И все, которые проводили исследования в области обучения детей иммигрантов в американском контексте, приходят к выводу, что многие родители приезжают в Америку для того, чтобы обучить своих детей, чтобы у их детей была лучшая жизнь. Поэтому восприятие следующее, если учитель не заботится о учениках, но, может быть, они не показывают то, как учителя свое отношение к ним открыто. Но в Нью-Йорке существует несколько школ, которые разработаны для того, чтобы учить иммигрантов и мой журнал об обучении, моя статья, опубликованная в журнале, как раз рассматривает положительный опыт обучения детей в таких школах, когда дети чувствуют себя нужными, и среди сверстников, которые испытывают такие же проблемы. Мы разработали определенные программы, которые включают полное пребывание, или они находятся в школе только какую-то часть дня, и они специализируются, также посещают занятия по английскому языку. И мы говорим об этой идее не только как о транснационализме, но также о передаче языка на национальном уровне. И много люди, говорящие на нескольких языках, не бегло перестраиваются с одного языка на другой. И многие, которые защищают эту идею преподавания на разных языках, запрещают использование собственного языка и поощряют только говорение на английском языке, поддерживают образование в обучении. И я кратко расскажу об исследовании, в котором я принимаю участие. Мы поздние студенты подвергают большому риску вылететь из школы, быть отчисленными, и они должны выучить язык, наверстать все по всем предметам, сдать экзамены для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, и иногда им это не удается. И эти дети, если это всегда плохо сказывается на рейтинге школы, и это происходит в большом масштабе по всей стране, и эти дети направляются во взрослое образование, когда они посещают занятия со взрослыми студентами. И что происходит в Майами, существуют службы работы с иммигрантами, и они разрабатывают программы работы с иммигрантами, и они проводят с ними весь день. И существует целый ряд программ, разнообразных программ. Некоторые занимают целый год, когда они проводят все время в школе, когда они завтракают и обедают вместе с другими школьниками, носят такую же униформу. Много иммигрантов из Испании, Кубы и Венесуэлы, и они могут сдать экзамен на
испанском языке, и также на английском языке, но программа сосредоточена на подготовке к сдаче тестов, экзаменов и обеспечении поддержки в области языка. So our findings are very preliminary, but I have to say that talking to these children has been heartbreaking, because all of them came to America thinking that they would be in school. They came there for their education, and they do not feel like they belong in school in these programs. They cannot participate in sports. They cannot participate in clubs and after-school activities. And they understand that they're really not in a regular school, but they're preparing for an alternative. И мы готовим их к чему-то другому, но они очень мотивированы закончить школу, поступить в колледж, и вопросы карьеры для них также важны, потому что они знают, как прийти к каким-то результатам, и иногда они имеют поддержку, иногда нет. И для меня, когда я думаю об этих программах, встают некоторые задачи. Я думаю, мы обеспечиваем этих детей тем, чего у них не было вообще. С другой стороны, есть система, которая узаконивает идею для 16-18-летних, и для них вполне нормально не ходить в школу. И здесь возникают политические вопросы, которые мы должны решать. Здесь существует ряд школ, и в одной из таких школ, в Майами, опять-таки, и в Флориде, старшие выпускники школ, они отправляются в Дисней, и дети и иммигранты посещают Дисней. I put here some resources, and здесь I'm not going to show them, but некоторые ресурсы. I wanted to share some resources. Я хочу поделиться ими с вами. Может быть, вы знаете о них. Это ссылки на сайты по прикладной лингвистике, где вы можете найти различные программы и подходы к обучению в области образовательных программ. Это TESOL. Это организация учителей, которые преподают язык. Большое спасибо. Это все, что я хотела рассказать.